Шеф-повар Максим Григорьев. Салат из свеклы и моркови. Начался Великий пост, и многим придется кстати рецепт овощного салата из моркови и свеклы. В данном салате овощи остаются в сыром виде, что делает его особенно полезным. Такой салат будет отлично сочетаться с любым гарниром, делая блюдо намного вкуснее. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты. Масло подсолнечное нерафинированное 4 столовые ложки. Морковь 1 штука. Сахар 0,5 чайных ложек. Свекла 1 штука. Соль 0,5 чайных ложек. Уксус бальзамический темный 1 чайная ложка. Чеснок 2 зубчика. Шаг 1. Для салата нам понадобятся следующие продукты: свекла, морковь, чеснок, сахар, соль, бальзамический уксус и ароматное подсолнечное масло. Шаг 2. Почистить 1 морковь, 1 свеклу и 3 зубчика чеснока. Количество чеснока берите по вкусу. Шаг 3. С помощью корейской терки натереть морковь и свеклу. Если корейской терки у вас нет, огорчаться не стоит, можно использовать и обычную. Шаг 4. К свекле с морковью добавить 0,5 чайных ложек соли и 0,5 чайных ложек сахара. Также с помощью чесночницы выдавить в салат чеснок. Шаг 5. Заправить салат бальзамическим уксусом и ароматным маслом, перемешать и убрать настояться в прохладное место на 1 час. Затем салат можно подавать к столу. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.